Цель семинара для ленивых, достижение цели для ленивых, в том, чтобы особенно не углубляться в все эти механизмы, тонкие механизмы душевные, а действовать строго по инструкции и согласно этой инструкции достигнуть той цели, которой хочется. Она больше такая логическая, она больше, я бы сказал так, западного ума заключения. И, ну так скажем, она не глубокая, в отличие от православных монахов, эта система не глубокая, но вот этот тренинг, семинар для ленивых, он некий такой шаг, что ли, даже не шаг, а шажище к более полному, прочному усвоению вот этой системы православных монахов. Вы знаете, как-то вот эта система для ленивых, этот семинар для ленивых, он больше похож на мультфильм, что ли. В простой, доступной форме изложены вещи, которые, в принципе, знает каждый человек, но изложены другим языком, более понятным, более простым и не углубляющимся там в какие-то заоблачные дали души, духа, тела и так далее.